Привет, ребят! Пока что красить свои мобильные устройства не стало мейнстримом. Лично я хотел сделать это уже довольно давно, но не признавался себе в этом. И это намного проще, нежели вы могли себе представить. Итак, это очень и очень просто. Единственное условие – это телефон со снимаемой задней крышкой. Я понимаю, что на этом моменте отсеется добрая половина моей аудитории – владельцы айфонов и некоторые пользователи андроида. Для них я скажу, что после просмотра этого видео вы настолько расстроитесь, что захотите выкинуть свой телефон в окно. Для начала нам понадобится краска в баллончике. Как видите, я приобрел неоновую и очень этому рад. Вы же можете приобрести какую угодно краску. Только убедитесь, что у нее хороший уровень адгезии, прилипания. Также нам понадобится наждачная бумага или что-то наподобие. Если вы хотите сделать какую-либо графику, то вам понадобится также клейкая лента или трафареты. Сперва мы зачищаем наждачной бумагой поверхность задней крышки. В принципе, мы просто царапаем поверхность. Сейчас это выглядит не очень красиво, но это поможет краске лучше прилипнуть. Некоторые производители делают поверхность глянцевой, что плохо скажется на качестве покраски. Так что хорошенько отшкурьте поверхность, убрав весь глянец. Далее возьмите журнал или газету, которую вы ненавидите, и приклейте телефон к ее поверхности. Например, можно использовать пару кусочков клейкой ленты. Заранее продумайте дизайн, который вы хотите нанести на телефон. Как видите, я выбрал довольно простой дизайн с двумя полосами. Если просто хотите получить одноцветный дизайн, то ничего этого не делайте. После нанесения первого слоя краски нужно выждать некоторое время, которое зависит от типа краски. В моем случае это полчаса до нанесения нового слоя. Всего нужно нанести 3-4 слоя, я же сделаю только 3. После нанесения последнего слоя нужно оставить крышку сушиться на 24 часа, ну или на ночь. Почти готово. Отклеиваем ленту, и перед нами предстает результат. Думаю, вам стоит нанести на 2-3 слоя больше, нежели нанес я. Также возьмите ленту потолще и убедитесь, что она плотно села на поверхность и закрыла необходимые участки. У меня получилось несколько дырочек, и, как видите, качество покраски не идеальное. Тем не менее, результат впечатляет. Очевидно, что краска меньше подвержена появлению царапин. Телефон теперь выглядит очень стильно и заметно выделяется на фоне других. Вряд ли украдут. Выглядит шикарно. Отличный способ придать телефону индивидуальность, не вкладывая его в чехол или бампер. Ко всему прочему, это крутой проект из серии «Сделай сам», если вам скучно. На сегодня все. Подписывайтесь на канал. Увидимся.